Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеву! И вот Могилевский завод «Химволокло» готовят на продажу. Скорее всего, какому-то российскому олигарху. Что будет с заводом, непонятно. Но то, что 70 человек уволено уже и готовят еще увольнение, утверждается в статье, что якобы тех, кого запланировали уволить, ищут любой повод для снятия премии, выговора, заставляют человека писать пачками объяснительные и тому подобное. Ну, короче говоря, создают условия для того, чтобы человек, так сказать, сам понял, что он тут нежелательный элемент. Какая судьба этого предприятия, непонятно. Но недавно Лукашенко заявлял, что этому предприятию нужно встать с колен. Наверное, продажа этого предприятия и есть в его понимании подъем с колен. Непонятно. Посмотрим, поживем, увидим. А вот вы что думаете, какая будет дальнейшая судьба этого предприятия, Могилевского завода «Химволокно»? Напишите в комментариях.